Губернатор Югры сегодня работает в Санкт-Петербурге. В северной столице проходит международный экономический форум. На месте события работает и наша съемочная группа. Василий Сысуев расскажет о том, какие события пройдут на полях форума и какой эффект от них получит Югра. Событие, за которым в ближайшие несколько дней будет следить весь мир. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Кстати, Югра здесь всегда желанный гость. Только в прошлом году на полях форума команда управленцев во главе с губернатором смогла привлечь больше 40 миллиардов рублей инвестиций. В этом году делегация вновь работает в Санкт-Петербурге. Впереди три насыщенных дня. Пока не буду раскрывать всех карт, скажу только, что в программе запланирован ряд важных соглашений, рабочих встреч, которые в значительной степени повлияют на инвестиционный климат в регионе. Кроме того, Наталья Комарова будет участвовать в пленарной сессии с участием президента страны Владимира Путина, где также будут озвучены стратегические планы и приоритеты экономического развития России. А на этом у меня пока все. Подробнее о конкретной работе делегации Югры расскажу в следующих выпусках новостей.